Всем здорова, с вами Эдвин, и вы на канале Мысли Геймса. Сегодня в этом ролике мы будем проходить крипто-игру, можно сказать, Play to Earn, которая называется Knights of the Ether. Вот, какая-то игра про рыцарей, я еще пока не смотрел, не играл. Вот, знаю, что в нее уже можно играть, она доступна. Вот, это их сайт, здесь полноценно показывается, что здесь будет. В общем, в принципе, есть рыцари. Каждый рыцарь — это NFT. Вот. И оно имеет определенную сверхредкость. Там легендарка, эпическая, сверхредкая, редкая и так далее. Вот. И мы с вами будем проходить, получается, разные данжи, я так понял. Я еще пока не играл. Вот. Давайте я уже нахожу сейчас в игре. Значит, что у меня есть? У меня есть мой персонаж. Здесь у нас получается по 5 слотов справа и слева. Я так понял, это моя армия. Пока нам дается стандартный боец с мечом или же вот такой вот... Что это? Это не кувалда. В общем, вот с таким вот оружием. Я так понял, можно ставить это. Либо... А, вот. Так, давайте, короче, мы его тогда наденем. Выберем какие-нибудь вещи рыцарские. Так, это ладно. Ботинки. Наплечники. Ой, подлокотники. Так, доспех — это мы одели. Потом вот наплечники. Ноги одеваем. Руки. Грудак. Щит. Хороший. Так, и в принципе все. Вот мы его одели. Что у нас тут есть? Invite — это пригласить кого-то. Throw — это креатив. Нет? Так, я заходить не буду. Reset — это все сбросить. Так, ну и в принципе play. Давайте попробуем сыграть. Ну вот. Посмотрим, что за игра, что она представляет. Значит, что я тут вижу? Сразу я вам делаю экран немножко поудобнее. Игра, если что, в браузере. Ее можно играть в браузере. Так, вот. Вот так еще немножечко растянем вам. И все, вроде бы. Готово. В общем, у меня тут есть мой профиль. Вот он. Сколько у меня хп. Ну так, мое здоровье. Валят монеты мои. Так. Потом три какие-то бомбы. А, или зелье это. Стейдж, я не знаю. Время идет. Может, сколько я уже в игре нахожусь. Так, какой-то дек. Карта, настройки и снаряжение. Дек — это, наверное, какие-то усилители. Вот такая вот та карта. Мы просто идем вперед, 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 вперед и деремся. Здесь можно вот так, да? Так, это что? Ресет. Ага. Spirit Well. Это, наверное, у нас место, где можно восстановить здоровье. Точно не знаю, но давайте пока посмотрим. Здесь мы забираем просто сундук. И выходим. Так, это понятно. Идем дальше. Тут уже предстоит нам какой-то бой. Наверху у меня добавились вот такие штучки. Spirit Vial. Какая-то энергия. Так, хорошо, что у меня есть? А, все понял. Вот эти колбочки, они, возможно, разных видов. Но вот это вот мне дает плюс одну энергию мне. Чтобы я мог атаковать. Также тут у нас есть карты, которые мы выбираем. Определенная защита, атака и тому подобное. Так, в настройках у нас есть? Поменять язык, например. Только English, ладно. Хорошо. Back, назад. Давайте попробуем. Так, это что еще раз посмотрю? Это у нас карта, которая, наверное, в принципе, есть. Ну, давайте попробуем атаковать. Значит, против меня двое человек. Двое монстров. Так, что я должен сделать? У меня еще энергия есть.
А. Все, понял. Вот надо удерживать, ребят, и поднимаешь карту, и она атакует. Так, ну у меня закончилось. Значит, нажимаю его черед. Они меня атакуют. Что-то мне сделали. Так, я атакую их в ответ. Также можете такое поставить защиту какую-нибудь. Так, это атака? Атака? Нет. Это так. Ага. В общем, я использовал все карты. Вот. Теперь я, наверное, какой-нибудь непробиваемый рыцарь. Но надо уже их мочить. Просто не все карты мне пока что понятны. Если пока поставил защиту. У меня, возможно, большинство карт на защиту, а не на атаку. Этого я точно не знаю, но вот это вот точно атака. Вот это не атака. Вот это, возможно, атака. Ага, вот еще у нас. Все. Закончено. Пока что все просто, но в дальнейшем, я уверен, будет все труднее и труднее. Потому что нам нужно будет иметь какие-то суперкарты или доспехи. Так, ну-ка. Это, а, это просто вопрос просто был. Это просто надо было пройти какой-то вопрос. Так, ну у меня пока хп есть. Вот там можно было восстановиться, если что. Тут у нас попались два уже мощнее монстра. Так, и сразу бесплатно использую. О, вот это сюда. А, у меня энергии нет. Так, допустим, я попробую использовать энергию. Она мне пока ничего не дала, ну ладно. Скипаем. Пусть они атакуют. Ну, так они ничего не делают. Попробуем так. Еще вот так. Готово. Даем черед им. Так, это я отхилился. Это что? Так, это я знаю, это атака. У него броня, но я атакую еще раз. И у него опять броня. Хорошо. Давайте атакуйте. Так, они не будут атаковать. Ладно. Пробиваемый, да? Да, отлично. Этого мы завалили. Так. У меня очень много всяких, я бы сказал, наверное, пассивки. Вот. Очень много, но что-то атаку у меня мало. Мне бы лучше атаковать кого-то. А, ну все, победили. Прошло только 7 минут. Мы уже прошли два боя. Вот мы уже подходим к концу. К боссу. Посмотрим, что здесь у нас будет. Так, ну 110 хп, в принципе, не проблема. Могу сказать сразу. Так, так, так. Отдаем ему. У меня есть 4 энергии. Как бы это правильно потратить? Так, это не атака вроде. Аль, да, это хилка, не? А, это защита. Ну, типа того, защита. Так, ты мне снес броню, которую я поставил, ладно. О, пошла атака. Вот это вот, кстати, я не знаю, что это такое.
Это он меня заблокировал, что ли? Да, он меня заблокировал. Карты вот эти две. Поэтому мы пропускаем. Так, он мне еще одну заблокировал. Мы используем нулевые карты сразу. Потом используем вот эту. И в конечном итоге вот это вот. У меня есть защита 4, а уже 0. Он мне ее снес, ладно. Так, атакуем раз, атакуем два. Ну я в принципе неубиваемый, потому что у меня хорошая карта пока что для этих мобов. Все, босс побежден, отлично. Так, мы получили 283 скор каких-то кристаллов. И прошли в следующий данж, я так понял. Так, ну давайте еще раз попробуем. Период второй. Отлично. Здесь вроде бы уже, да, здесь помощнее типы. Это сразу даже чувствуется. Так, это я все сразу использую. У меня защита 17, ничего себе. Так, это на него надо наводить. А, у меня энергии нет. Все, понял. Ну, в принципе, мы его сможем спокойно победить. Сильно даже много хп не потратим. Броню я ему снес. Так, энергии у меня больше нету. Так, раз атака. У него брони, кстати, нет. Спокойно можно будет атаковать. Вообще отлично. Так, и, наверное, вот так. Так, у него сверх появляется мощность к атаке. Плюс 11. Но я думаю, что мы уже его успеем замочить. Ну вот, да. А, у тебя еще один появляется. Ладно, давай так. Я надеюсь, ты из этого маленького обратно в большого не вырастешь. Так, а у меня походу все карты на просто защиту. Защита 27 от маленького-то. А, он растет, кстати. Может обратно вырасти, поэтому надо... Желательно, чтобы карты попались вот такие атакующие. Ну, отлично. Ну, теперь точно победили в истории. Победа! Так, я получил Spring Water Flask. Возможно, тоже для какой-то энергии. Возможно, просто персонажа потом прокачать в... Где снаряжение? Так, у нас вот это можно взять. И атакующее вот это. Все. А, стоп, еще можно? Вот. Отлично. Так, как... сразу нулевые можно использовать. Они дают защиту. Берем это. Это, ну, короче, нам... Так, я вот это, наверное, сюда использую. Это вот так. Потому что того тоже мочить надо, но он... Хотя он хилится. Ладно. Тогда давайте добьем этого.
А, он хилился за счет вот этого монстрика, понял. Так, тогда атакуем его так. Так, у меня все. Он мне заблокировал одну карту. Ну, в принципе, у меня еще две атакующие есть. Так, больше ничего нету. 58 хп броню он мне снес. Так, раз. Два. Потом становится маленьким. Я скипаю у меня, потому что энергии нету. Так, вот атакующий раз. Ай, ой, вернее, вот. Потом можно вот эту, вот эту. И вот эту. Так, берем. А, ну все. Я думаю, будет даже сложновато. Так, хорошо, давайте туда посмотрим. Мы получили еще какой-то коктейльчик. Давайте вернемся в лобби, посмотрим вообще, что нам дали. Здесь есть Defense Potion. Возвращаемся, в общем, в армор. А, вот сюда, да? Все. Здесь мы похилились. Так, а как вернуться обратно, типа? Дек, это мои карты. Это сама карта. Так, возможно, что-то здесь нет. Нет. Так, ну ладно, я думаю, на этом можно будет закончить. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.